КАМАЗ подвел итоги прошлого года и сформировал план на 2023. Итак, несмотря на перебои в поставках деталей и неравномерную загрузку конвейеров, вынужденный доукомплектовывать часть грузовиков уже на складах КАМАЗ рассчитывает собрать по итогам года 43 828 автомобилей, лишь на 300 меньше, чем в 2021, при предварительном плане в 45 000. В финансовом аспекте год оказался самым удачным за последнее время. Чистая прибыль ожидается более чем в 5 миллиардов рублей. Но детальной статистики гендиректор Сергей Кагогин не раскрыл. В условиях санкций, чтобы не провоцировать новые ограничения, правительство разрешило не публиковать финансовые отчеты до середины наступившего года. И КАМАЗ этим правом воспользуется. В 2021 году компания принесла 4 миллиарда 600 миллионов рублей чистой прибыли. План на 2023 год – 5 миллиардов. Инвестиционную программу не урезают. В прошлом году она потребовала 15 миллиардов рублей. В новом году заложены 20 миллиардов. Причем главной темой программы будет локализация задних мостов. Напомним, что для новейших КАМАЗов ведущие мосты поставлял Daimler. Передние же оси в челнах успели освоить в конце 2021 года. Вообще, вопросы, связанные с выходом иностранцев из совместных проектов, на 99% решены. Единственным спящим акционером остается Daimler. Сергей Кагогин описал ситуацию так. «Для нас основная тема с Daimler – это его выход из совместного предприятия ДК «Рус». Когда все начиналось, партнеры рассуждали так. Давайте подождем, разберемся позже, если все быстро закончится. Теперь все понимают, что санкции надолго и присутствие на российском рынке стало очень серьезным риском. Они ищут способ выйти из установок. Если партнер ставит условия о своем возвращении по окончании конфликта, мы подписываем опцион, но у него есть свой срок жизни. Нынешнее присутствие Daimler в акционерном капитале нас никак не беспокоит. Акции на бирже котируются, периодически бывают всплески». Что касается рынка в целом, то КАМАЗ рассматривает три сценария. В худшем случае за 2023 год в России будут проданы 60 тысяч грузовых автомобилей массой от 14 до 40 тонн, в лучшем – 79 тысяч. Сама компания прогнозирует рынок на уровне 65-68 тысяч и планирует продать около 40 тысяч машин. Еще 4 тысячи уйдут на экспорт.